بنيوم تنموغ بشلام الوخون مقابلون شلامة من مدينة كراسنودار بطرة روسيا ودو إلى شباب طبخ شي تتريل بش تاسر إلى يوم تسهد أتورايا أتورايا مدينة كراسنودار وخادر وانوك بيشنا جودر تت عمرة مرغي ورغيس لإيكارت لأغدانت سهد أتورايا جو بتاوي لان خورزة بتمسلخ لجو ويب سايت هجانا أتورايا الإيكار تشلوخون. وجوخنان تمزه مختلي شان قد بارمي چول لخ اتلان اتورايا التطشم تاكت لين ابدا لي شان اتورايا وجواترت روسيا وجورجيا وارمينيا واوكرانيا خچما من لين ابدا لي شان بتمزه مختلي شان تورسنايا وبتمزه مختلي شان اتورايا الايكارت چولوخون. Сегодня мы будем говорить на двух языках, на ассирийском и на русском. Для тех, кто не знает, к сожалению, великому ассирийского языка, будем говорить на русском, чтобы им было понятно, и присутствующим здесь, и всем, кто будет смотреть это видео в интернете. И на ассирийском языке для всех ассирийцев мира, которые это видео увидят. Начнем мы нашу программу со стихотворения, которая называется «Ати», «Мой флаг». Дай, пожалуйста. «Атет умти» – «Флаг моего народа» называется стихотворение. Написал его доктор Ашур Муратхан. «Хурзадиям бачарах лабим шухтет атет умти» – «Бьет асия Ашур Муратхан». Лиза. Атет умти, атет умти, рушмат умти, мадет умти, кма шаберта, кма якарта, кма рамзамта, кма баянта. Арнела. Мгалуевет альшарат завны, маквуховет альзетн бзуны, бнуни, бешаревет два давар, льгая, маквуховет алмангая. Каим. Кох водати балбусили, мапшутили мгадуєлі, шимшат ати баранили, машхунили хамімили, нахрит ати беграйна, шакшокіна, маквохіна, гемнат ати буксуклина, хамзюмина, бімарина. Діма. Пхели драни лелмаскинах, похат рухи бичапхинах, бирка махин, Симаме. Биркамахен. Бетшапхеннах. Биркамахен бетшапхеннах. Бхули либи бетбайенах. Стихотворение про флаг. Как прекрасен наш флаг. Как светит солнце на нашем флаге. Какие реки на нашем флаге. И какой он прекрасный и самый лучший. И последние слова Димы, что я тебя буду все время поднимать, и ты будешь веять, который он забыл. Бнеунтан Мугабе, Архадиен Удзю или Игорь Казаков, Мен Мдитет Москов, Бирьет Мдитет Краснодар, у Пакет Игорь. Дорогие друзья, Игорь Казаков приехал из Москвы. Он у нас ассириец по духу. Папа у него русский, мама ассирийка. Он настоящий ассириец и настоящий русский. Два народа и настоящий ассириец, два народа в нем присутствуют. Игорь, пожалуйста. Шлям это кулля Атураи, иди юмат, юмат сэгда Атурая. Алям нихле кулля сэгда у
ara barakhlokhan takulle takulle miladien shukulle pravya spai ala naturkhon itli hivi kuldana havitun khidiye usalamat havitun basim basim arab Сейчас слово предоставляется председателю церковной общины Краснодара и Краснодарского края Рубену Александрову. Добранат итат маденха джомдит сытат итат маденха джомдит от Краснодару Хадарвано. Мягра Рубен Александров. Шлам алохун. Мараб бнеумти. А мшухта она جای کامیت ها کاریم و جو مندیت ها سانت پیتربورگ یا دن تلینینگراد و نخرابی میخایل سادو آود و رمش رمش و اتخاب نیسن تلای تلاش نکامیت ها کاریم و خرطا لخا جو کرستادار آدی مدر او یومل کت اخنانجر تخرا خونانی خبرانم آنی ام شوختانی خبرانی نمز مرتد روبرت سايد هذه كارنو كاتشول بنيومتي إيكلو أشمة أتورايوتا إيكلو أشمة كتيفل بتاشيتا أهلا إملت خيت الباتا بريتا أهلا إملت قد لتف على موتا وديوم يوما مو إتلا Kudla palos al hakutu, kudla talib le betu, mani le bakhyanat katu. Medre saprach, kulun vate kimlun, kamuy vattalya. Kud kimle hakutu shkille, akhchi at, ati vat basura. Takhmune vat dakhi erket jukhakun jita, kabule vat tashituk betalkita bidashula. آخر او پرنا موسیلا مدرسه پرخ ای بنوشو پشتلا بنوشو پشتلا آخر پشمنیلا ای بنوشو پشتلا پسرتا پشیشلیات و نولتا آخر پشمنیلا او جم اخنان خای و ای کن اخرای مدر سابرخ ايتم باسيم انا تخمون انشوخا تورايا اني خبر جرابي جو نتياتو جو تخمنتو دان دمختو دان تيمتو كتخنا لخا خاي واي كان اخراي ايتم باسيم Сегодня наша Атурета Блиба Улуха Тахманята, Мехарша Эмилия Бондарева, Убаталбах Мино, Покарья, Мишухьята, Кадбектавела, Блишана, Усна. Добрый день, друзья! Знак великой скорби и памяти о жертвах геноцида и мучениках. Я бы хотела прочесть сегодня свои стихи вот. И поддержать наш дружный и многочисленный народ. Народ велик, непобедим, он духом крепок и един. Пусть раскидала нас судьба, но кровь течет у всех одна. Где б ни был ты, наследник рая, гордись, свой род не забывая. Неси Ассирии частицу, отдать наследникам границу теперь твой долг. И пусть не вместе мы знаем цену долга, чести. И еще один стих. Мы ассирийцы, в этом сила, в единстве, братстве и корнях. И как бы жизнь порой ни била, идем мы голову подняв. Нам не страшны ветров порывы, в них предки выросли вдали, и рек весенние разливы. И это тоже мы прошли. Во все века, всегда и всюду нам испытания даны. Не забывать, держать друг друга, для этого мы рождены. Молодец. Спасибо большое. Мякарта сирянуш. Трехабраны. Качуле шаманан, хазанан, катади... בדהיו מדיה, קטן בחזאיו ובשמיינה.
Шлам алохун атурае чулда дунье. Аудио юмат юматаель рактела цюрай. Шитет хамшасар эдан млет диен ала бурбзале лияте ичалдым акр дунье пле. Азмарта безмарова. Баби еми дани читанива. Айетрехим измантаненохун. Безмарва хавар хавар аллени мутила брешени тарбал хасени. А я все башохун. Сейчас стихотворение прочтет Марьяна Джемо. Стихотворение написал житель города Минска Атур Беткалета. У него целый сборник ассирийских стихотворений. К сожалению, он не знает языка, пишет на русском языке. Ой, господи. Выключи. У него прекрасные стихи на русском языке. И один из этих стихов выучила Марьяна. Стих называется «Память». «Бнеумтан мугыбы». «Адиям шухта». «Пшухтат атур беткалета». «Хаянат мдитат Минск». «Арышхэтат Белоруссия». «Шимо иля память». «Янит хурта». «Беткарьяла». «Марьяна джемо». «Блишана урсная». Нам память для того дана, чтоб помнили, откуда родом, какого древнего народа истоки наши, времена. Прошли суровые столетия, отправив по миру в поход, и где бы я ни находился, я помню славный наш народ. Я всем скажу, мы ассирийцы, и не устану повторять слова до боли, Ассирия, ты наша родина и мать. Мякра Ильяс. Бнеумтан мугыбы. Мякра Ильяс дашту. Или мен атрыт Сурия. Адия лаха бимарылы джо мдитет Краснодар. У хчыхтыла кат удю треха браны амритун качулы бнеумтан катади катам бахзая убышмайана. Ильяс из Сирии, из Хабура, из всех вот этих событий. أنا شمي إلياس دشتو من سوريا بالا أديو خاطة جانك تولا قادة نقواتنا كلاسنكي إنو إتهتغى جميتا جو أمرد مرقي ورقس جو أمرد مرقي ورقس جو مجد كرسنا تيري تريمو 50 كيلو لخا مطيلي شكيرة شمت على مطيلي أديو جميخ يوم تسهدة أتورايا أخنن أخنن إيو أخنا وقت دان سهدة شيتلي وطلعت بريميلون جو سميلي جميخ قد ديت كل دن انه اتلن سحده انه دقي امتن خاتي لا ليمه تخيلت على وقتت له سحده اتله هقوتا تخيلت على قربة انا بشكلها لها هقوتا وهوتم بس مرابه بس مرابه مكرايلس بنوم تن موغ بدخت مري لخك بيشنا توراي من بريش دوچانا اتلان ارخ من مديت موسكو ارش خيت روسيا ميكارتا اما شومون شلام الوخون نا каком языке вы будете говорить ميكارتا اما بتام زما بليشانا اورسنايا وانا بترجمه نا همزم تكاتوخون близко не подносите. Мы приехали неожиданно на службу. Очень рады, что не только в Москве, что на территории России есть Ассирийская церковь Востока и в Краснодаре. Рады видеть такое количество наших дорогих ассирийцев, что не забывают наши обычаи, наши традиции. И надеемся, что наших церквей будет больше на территории России. Спасибо. Мне кажется, Эмма Мерекат, ты не мандитет Москва, лаха архана жуда хамдита, у ты лун удзю юмет хоши ба
умра, хазивали умра диянат мдитат Краснодар, у раба хадила, кат хазила, кат атурает мдита диян, раба хача сабаб кэтал, сама зода джу мдита лена, к пише на лаха, кда хаюмат сахда, кат лена машуя сахдат атур, кат лена машуя разан, уризан, у лишанан, у чалушана кхамета, у псорован, кат ахнан бетпешах, у лишанан, у мардутан, у ташитан, бетхамахлун. А ведь он раба Басима.